If I was in the old equivalent of asking America if they have ever eaten fast food, this. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Скажите, пожалуйста, играете ли в CSGO? Да. Да, играю. Да. Иногда. Иногда. Конечно. Да. Сколько часов наиграно? 120. 1500. 600 примерно. Играете ли в CSGO? Да. Ну да. Ну иногда. Да. Сколько часов наиграно у вас? 10. Играл, пока у меня был компьютер. А так есть мобильная версия. This guy is full of shit though. Right. This guy is absolutely full of shit. Часов наиграно у вас? 10. Играл, пока у меня был компьютер. А так есть мобильная версия CSGO. But is there a mobile version of CSGO, да. Or is he just talking about Скажите, like играете ли в CSGO? Да. Нет. Нет, ну 3000 часов считается. Сколько часов наиграно? 3000, даже больше. Это много или мало? Нормально, средний. Играл очень давно, после того, как револьвер переработали, перестал. Почему это так повлияло сильно на... Потому что я выучил паттерн, по которому он стреляет, его у меня забрали. И все. Я только реселлер с кинами там, и все. Играете ли в CSGO? Конечно. А почему? Интересно, больше игр нет. Да, активно играем. Да, активный игрок. Да. Сколько часов у вас в CSGO? 9000. Почти 1000. Около 300. The administrator of the so-called twitch.tv/foursome. While we enjoy your service as a substitute for Plum DJ, sometimes when we play videos and enjoy them with chat, some homeless Swedish guy tries to interrupt and give his takes. Please fix. All right, I'll have a talk. 2300. Почти 2000. 9000 hours. Ну, у нас с ним по-равному примерно часов, у него чуть побольше. У нас вот где-то 1500, где-то так. Пацанята. Добрый вечер. Вот это активный, ну точнее, яркий пример того, кто раньше играл в CSGO, поставил все на кейсы. Здравствуйте. Вы играли в CSGO когда-нибудь? Конечно. 1200. 1200? Ну, примерно часов 200. Ага, у вас? Часа 3-4. Сколько часов наиграно у вас? Я не помню, давно было. У меня около 300. Где-то часов 18. Более 500 часов. Наиграно часов 500. Сколько часов у вас наиграно? 400. Сколько часов наиграно? 500. 600. 500? Примерно часа 5-6. Часов 4. Чем ты на странах где отличается от русскоязычных? Более лояльные и профессиональные. It's more interesting to ask. Иностранные как-то более подобрее будут. А русскоязычные агрессивные? Там вообще, конечно, жестко. Ну, русскоязычные больше токсичные ребята. Да, не обсуждают тебя, как ты играешь, не судят тебя ни почему, никакие у тебя скины, ни так далее. Ну, у них более качественная игра, как бы, они... У них TeamSpeak приятный, ну, если на английском разговаривают. Играете ли на иностранных серверах? Нет. Почему? А потому что там нихуя непонятно. Иностранные игроки от русскоязычных отличаются чем-то? Абсолютно нет. Они абсолютно так же по общению, так же по грамотности, так же по манере игры. Если, например, скажешь в чате, что ты русский, то есть это русский, они начнут, то есть в основном как-то вот булить, то есть агрессивно настроены на русский, на русскоязычных комьюнити. Они думают, я русский, даже я говорю, я русский, он сразу, нет, не надо, пожалуйста, не говори вообще ничего. На иностранных серверах играете? Нет, да, там все культурные, там культурные все, там такого не говорят. Их можно русскому учить. Да, китайцы, они такие мрази. Вот подтверди, пожалуйста. What? There's no way they even play on any remotely close Asian server. Like, what the fuck are they even talking about? Oh my god. Shrekin and Don says that Forsen guy Pagman, he clicks links just like Basier. Forsenel, hope you fast and react hard today since you took off day yesterday. Click my link with no link.
Okay, thank you. Man with the one ear, Force and One. Boop! Thank you, sir. Tobster with the one ear, cringe fist.